Победу Елена Веснина завоевала в смешанном разряде в паре с бразильцем Бруно Суаресом. В финале они сразились с американкой Коко Ван де Веге и румыном Харей Тецеу и выиграли со счетом 6-4, 4-6, 10-5. До этого в активе Елены Весниной уже были победы на двух турнирах «Большого шлема» в парном разряде «Ирланд-Гаррос» 2013 и «US Open» 2014. Сочинская теннисистка является восьмикратной финалисткой турниров «Большого шлема» 5 раз в женском парном разряде и 3 раза в миксте.